Друзья, всем привет! На связи Иван Вовк. Поставьте любую циферку от 1 до 10, как меня слышно. Сейчас проверим качество связи. Ну отлично, раз меня слышно хорошо, тогда начинаем. Сегодня мы проведем такую короткую динамичную презентацию на 30-40 минут, где я вам расскажу, как на сегодняшний день можно начать зарабатывать в интернете абсолютно с нуля, абсолютно любому человеку. И прямо сейчас я переключаюсь на слайды и включаю презентацию. Немного расскажу о себе. В 2014 году пришел в команду «Успех вместе», то есть это вот на этот портал, где вы сейчас все находитесь. Стал обучаться интернет-бизнесу на портале. За последнее время заработал более 3,5 миллионов рублей. Через год купил себе новый автомобиль, уделяя этому бизнесу 2-3 часа в день. Вот могу показать вам некоторые из своих чеков. Вот здесь вы видите чек на 200 тысяч рублей, на 2,5 тысячи долларов. Ну вот еще чек на 1 миллион, это правда за год сумма. Вот автомобиль, который я себе купил. Сегодня хочу вам рассказать о бизнесе BEPIC. То есть BEPIC — это компания, которая одновременно запустила свой бизнес в 180 странах мира. Официальный старт компании был 15 января 2017 года. Могу назвать, что BEPIC — это новый мировой тренд. Это самый актуальный бизнес по заработку в интернете для России и стран СНГ на сегодняшний день. Лучше просто ничего нету. Компания предлагает самый денежный маркетинг-план на сегодняшний день. Новичок зарабатывает с первых дней в 15 раз больше, чем в других компаниях. Лидеры зарабатывают в 5 раз больше, чем в других компаниях. И автобонус получить 20 раз проще, чем в других компаниях. Компания США. Основатель компании — это Эрик Капрайрес. Это человек, который с самого начала, самого, можно сказать, своей юношеской деятельности начал заниматься предпринимательской деятельностью. Вот здесь вы видите его с пончиками, он уже в таком юном возрасте продавал, ходил пончики. Та сфера бизнеса, о которой я хочу рассказать, он в этой сфере является профессионалом, он в этой сфере трудится более 20 лет, его чеки составляют более миллионов рублей, он успешный человек. Машины у него Lamborghini, Rolls-Royce и всякие другие. У него есть свой фонд, который называется Эрик Капрайрес Foundation, который помогает голодным детям. Теперь вкратце хочу сказать, почему же я вам предлагаю сегодня, предлагаю вам рассмотреть бизнес BEPIC. Это бизнес без вложений. Новичок здесь зарабатывает с первых дней. В компании есть отличный, востребованный и потребляемый продукт. Продукт дает видимый результат. Полностью автоматизированная система бизнеса. Уникальный прибыльный план вознаграждения. Неограниченный доход, который впоследствии перейдет в очень большой пассивный доход. То есть вы один раз делаете работу, дальше деньги вам уже будут каждый месяц начисляться за проделанную работу. Это на 100% надежный и безопасный бизнес. Это международный бизнес. Как я сказал, компания работает сразу же с более 180 странами мира. Заработанные деньги выводятся на электронный кошелек. Это простой, комфортный бизнес. Бизнесу можно уделять любое время, которое вы хотите. Его можно вести, не выходя из дома. Приходя на портал, вы будете также здесь получать поддержку и обучение. Модель бизнеса очень простая. Это бизнес рекомендаций. Что это значит, бизнес рекомендаций? Все мы кому-то что-то рекомендуем. И кто-то всю жизнь проживает, делая рекомендации. Рекомендую, например, парикмахерскую, рекомендую какой-то фильм, рекомендую, там, например, зимние покрышки, какие лучше купить. Все мы друг другу что-то рекомендуем. И кто-то всю жизнь рекомендует и за это ничего не получает. А кто-то рекомендует определенные товары, продукты, и за это он еще получает от компании деньги. То есть вы можете стать рекомендателем продукции компании BEPIC, и компания BEPIC будет вам за это платить. То есть будет по вашей рекомендации люди у компании покупать продукцию,
И компания за созданный товарооборот будет вам платить деньги. То есть сразу скажу, что это ничего, никому бегать впаривать не надо, никакими продажами заниматься, бегать сумками тоже не надо. То есть бизнес рекомендаций. Что за продукт у компании? Продукт компании — это Elif 8, заряд энергии и бодрости на весь день. Это уникальный продукт для улучшения качества жизни любого человека. Это мощный эликсир жизненной энергии, силы и состояния здоровья. Данный продукт продлевает жизнь на 15-30 лет, замедляет процессы старения, укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ, повышает умственную и физическую работоспособность, улучшает память, дает отличное самочувствие и прекрасное настроение каждый день. Защита от стрессов и умственного перенапряжения, мобилизация собственных сил организма и многое другое. Elif 8 заменяет кучу других продуктов. То есть, пользуясь одним этим продуктом, вы можете заменить все свои витамины, какие-то либо биологические добавки, какие-то настойки на травы. Все можете заменить этим продуктом. И будет это вам все обходиться в разы дешевле. Формула Elif 8 состоит из трех основных компонентов. Это смесь суперадаптогенов, смесь натуральных энергетиков и смесь цельнопищевых нутриентов. Вкратце расскажу, что это такое. Адаптогены — это вообще супер вещь, о которой я сам узнал недавно. Когда более подробно можете ознакомиться в Википедии, что это такое, вы просто тоже будете шокированы тем, как они работают. То есть это вещества, которые повышают устойчивость организма к неблагоприятному воздействию, помогают адаптироваться организму к физическим, химическим, биологическим и другим видам стресса. То есть когда у вас организм испытывает сверхнагрузки, сверхстресс, то тогда включаются в работу именно эти адаптогены. Когда организм вас чувствует себя хорошо, они как бы и незаметны для организма. Смесь натуральных энергетиков повышает ваш жизненный уровень энергии, борется с усталостью, улучшает внимание, ясность мыслей, производительность. Будете себя чувствовать намного моложе и лучше. Смесь цельнопищевых нутриентов. Это концентрат натуральных овощей и фруктов с доказанными полезными питательными свойствами. Заменяют на 50% суточную потребность в овощах и фруктах. Все на сегодня знают, что фрукты и овощи, которые мы покупаем и тратим, на которые сейчас бешеные деньги, можно сказать, дорого сейчас они стоят, что они уже не обладают всеми теми полезными свойствами и витаминами, которые были в них когда-то. Потому что сейчас все овощи и фрукты в большинстве случаев обрабатывают какой-то химией, пичкают какими-то химикатами и так далее. В наш же продукт включаются натуральные, полезные фрукты и овощи, выращенные на специальных плантациях, где экология и все это поддерживается. Как я уже сказал, Elif 8 – это продукт суперский, который включает в себя более 20 лучших ингредиентов и витаминов. Расскажу такие самые крутые, которые в него входят. Это гриб чага, гриб кардицепс, ганодерма или гриб рейши, радиола, гриб шиатаки, бакопа манери. Отдельно хочу упомянуть кардицепс. Это гриб, который очень много используется в народной китайской медицине. 1 килограмм данного гриба стоит около 40 тысяч евро. Но наш продукт по цене доступен абсолютно каждому. Также он включает в себя бобы зеленого кофе, гуарана, парагвайский чай, L-теанин, шпинат, брокколи, морковь, помидоры, свекла, яблоко, клюква, вишня, ну и другие фрукты, овощи и витамины. Уникальность продукта Elif 8 состоит в том, что входящие в его состав компоненты действуют синергией, то есть они дополняют и усиливают действие друг друга, не вызывая привыкания и побочных эффектов. Вот почему именно я выбрал для себя Elif 8, почему мне этот продукт нужен, почему я пью его каждый день, и мне нравится его пользоваться, я вижу видимый результат. То есть он не заменяет кучу других продуктов. Все компоненты действуют по принципу синергии, не имеют побочных эффектов, дополняют и усиливают действие друг друга. Продукт на 100% натуральный и позволяет гарантировать отсутствие побочных эффектов. Большое число клинических исследований, подтверждающих эффективность ингредиентов, входящих в Elif 8. Прост в применении и оказывает эффективное воздействие уже после нескольких дней приема. Elif 8 – это не лекарство, он не вылечивает никаких болезней, это профилактика здоровья. Он задействует естественные силы организма. Вот кто меня знает, кто вот вчера меня видел, я вчера буквально до 3 ночи
был на презентации, на тренинге по одному из наших бизнесов. И после этого я 3 часа проспал, поспал и пошел на работу. Вот сейчас я вернулся с работы. Я выпил утром Belief 8, я бодр, полон энергии, полон сил. Я вообще даже себя не чувствую ни капельки уставшим. И вот мы все рекомендуем Belief 8. Уже более 100 человек получили посылку из США. Люди делятся своими впечатлениями, они пользуются продуктами, они решают свои потребности, закрывают их и рекомендуют этот продукт вам. Чтобы начать бизнес с компанией, то есть вы сами должны стать потребителем продукции. Нельзя рекомендовать то, что ты чем ты сам не пользуешься. Это главное правило любой компании, которая делает товарооборот на продуктах. То есть нужно самому стать потребителем продукта. У компании есть 3 пакета. Первый пакет стоит $25 плюс $8 доставка. Дает вам 10 капсул продукции. Одна капсула на один день. Второй пакет, это упаковка продукции, стоит $50. Доставка $8. То есть продукции хватает ровно на один месяц. Этот пакет также дает еще бинарный бонус. О бонусах мы поговорим с вами позже. И третий пакет, это включает в себя 2 упаковки продукции и блистер-пробник на 10 капсул. Стоит $90 плюс $13 доставка. Этот пакет дает автобонус. Сразу же скажу, что самый выгодный пакет — это пакет номер 3. Почему? Вы получаете максимальное количество продукта по минимальной цене. Вы можете пользоваться продуктом 2 месяца и еще плюс 10 дней. Также вы сразу же можете этот продукт порекомендовать и дать на пробу там другу, соседу, родственнику, кому угодно. За каждый пакет компания начисляет баллы. Так как я сказал, товарооборот компании мы делаем, и он и измеряется в таких единицах, которые называются CV. За первый пакет начисляется 25 баллов, за второй 50 и за третий 75 баллов. В компании есть 8 видов заработка. Давайте рассмотрим первый вид заработка. Он называется бонус быстрого старта. То есть вы получаете 50% с первой покупки нового клиента или партнера, который пришел в магазин компании BEPIC и по вашей рекомендации купил себе какой-то из продуктов. Вот смотрите, например, у вас есть знакомый Юрий, который взял себе первый пакет. За это начисляется 25 баллов, 50% от этого будет $12,5. У вас есть подруга Светлана, которая взяла пакет номер 2. За этот пакет вы получите $25. И у вас есть друг Александр, который по вашей рекомендации взял продукт себе, например, и супруге. За этот пакет вам компания начислит $37,5. Вы можете данной информацией делиться с бесконечным количеством людей. И за всех тех людей, которые будут брать продукт, компания будет вам начислять деньги. Дальше в компании есть так называемый бинарный бонус. Это, можно сказать, самый денежный бонус. Он выплачивается каждую неделю. Что значит бинарный? Бинарный значит от слова би, то есть 2. Вот есть вы, и под вами может быть один человек слева, один человек справа. И под каждым человеком точно так же. То есть вот из предыдущего примера мы берем, что вы, например, Юрия ставите в левую ветку, а Светлану и Александра ставите в правую ветку. Для получения этого бонуса достаточно иметь одного личного партнера в левой ветке, одного в правой. Тогда вы имеете право на получение этого бонуса. И с повторных покупок все баллы, вот эти, которые стоимость пакетовая баллов, они идут в бинар. Вот Юрий купил потом повторно себе на второй месяц покупку, Светлана, Александр купили, все эти баллы пошли в бинар. Юрий также начал приглашать людей в бизнес. Он пригласил, например, Юлию, Николая, Светлана, Александр также стали приглашать Анатолия, Инна. И все эти люди покупают продукт для себя, они пользуются продуктами. У вас растет товарооборот как в левой ветке, так и в правой. Он складывается абсолютно со всех покупок, абсолютно каждый человек идет в ваш товарооборот. С любой глубины тут никаких ограничений нету. И теперь смотрите, как выплачивается этот бонус. Допустим, в левой ветке у вас получился товарооборот на 25 тысяч баллов, в правой на 20 тысяч баллов. Наименьшая ветка у вас — это 20 тысяч баллов. Берем 20% от наименьшей ветки, это получается из данного примера, что компания заплатит вам $4000. Данный бонус выплачивается каждую неделю, то есть расчет баллов идет каждую неделю.
При этом оставшиеся баллы, вот 5000 слева здесь баллов остается, они не сгорают. Они переносятся на следующую неделю и также учитываются в следующих расчетах. Следующий бонус – это спонсорский бонус. Вы получаете 20% от заработка по бинару ваших личных партнеров. Также выплачивается каждую неделю. То есть смотрите, Юрий, Светлана, Александр, потом мы еще позвали Сергея, Галину. Это все люди, которых вы лично позвали в компанию. Их может бесконечное количество. Данные люди начали зарабатывать по бинару. Вот они заработали вот такие суммы долларов. Мы берем, складываем эти суммы и также умножаем на 20%, то компания из данного примера заплатит вам 1210 долларов. Это тоже очень существенные деньги. Следующий бонус – это бонус поколения. Начиная с квалификации Silver и выше, вы получаете 10% от заработка партнеров по бинару со 2 по 4 уровень. Выплачивается он также каждую неделю. То есть вот эти люди, ваши лично приглашенные, Юрий, Светлана, Александр, также начали звать людей в магазин. Люди покупают продукцию, кто-то строит бизнес. Вот это будут люди, они называются вторым уровнем. Те люди также зовут новых людей в магазин. Это для вас будет третий уровень и так далее, до четвертого уровня. То есть с каждого уровня компания выплачивает дополнительно 10% в зависимости от вашей квалификации. Квалификация дается очень просто. Вам достаточно, например, для квалификации Silver, чтобы у вас наименьшей ветки было всего 1000 баллов. И давайте, например, рассмотрим пример, что у вас квалификация Gold, золото. И ваши партнеры 2 и 3 уровня заработали на 2 уровне 20 тысяч долларов по бинару, на 3 уровне 30 тысяч долларов по бинару. Соответственно, эти суммы суммируются, от них берется 10%. Из данного примера ваш доход будет составлять 5000 долларов. Следующий бонус – это глобальный бонус. Начиная с квалификации Diamond, вы участвуете в ежемесячном распределении 2% от всего товарооборота компании между всеми партнерами в квалификации Diamond. То есть, например, если ежемесячный товарооборот компании будет равняться 1 миллиону баллов, то 2% от этого количества баллов будет 20 тысяч долларов. Дальше эти деньги делятся между всеми партнерами в квалификации Diamond. Если таких человека 2, а их на данный момент в компании 2, то каждый из них будет получать по 10 тысяч долларов. В компании есть еще один бонус, который называется автобонус. Что это значит? Компания вам готова ежемесячно выплачивать по 500 долларов, если вы будете выполнять определенные условия. Условия выполнить достаточно просто. Для этого надо, чтобы вы сами брали для себя третий пакет с продукцией, чтобы у вас было 4 личных партнера, которые берут третий пакет, и чтобы у этих 4 партнеров также было по 4 личных партнера. Как только выполняется это условие, компания вам выплачивает 500 долларов. Хочу сразу же сказать, что есть много компаний продуктовых, которые также предоставляют автобонус. В нашей компании автобонус получить 20 раз проще, чем в других компаниях. Смотрите, у нас товарооборот всего достаточно сделать 1890 долларов. Товарооборот в других компаниях аналогичных должен составлять 30 тысяч долларов. У нас он выплачивается с первого месяца. В других компаниях нужно продержать этот товарооборот 3-12 месяцев. У нас достаточно, чтобы в вашей структуре было всего 20 человек. В других компаниях эта цифра составляет от 500 до 1500 человек. Ваш личный объем всего составляет 90 долларов. В других компаниях эта сумма варьируется от 250 до 700 долларов. И, вернее, от 250 до 400 долларов. И компания дает вам всего лишь от 250 до 700 долларов на погашение кредита по этому виду. Более 20 человек в первый месяц в нашей компании получили премию автобонуса. Вот вы их видите на фотографиях. Они уже все съездили в салон, присмотрели машины. Сейчас будут эти машины в ближайшее время покупать. Карьерная лестница в компании. Эту тему я уже затронул. Сильно подробно я ее вам рассказывать не буду. Вы, главное, должны понять, что карьерная лестница в нашей компании очень простая. Достаточно, чтобы быть серебром, золотом, платиной или бриллиантом, самому брать третий пакет и иметь определенное количество баллов меньшей ветки. Для серебра это 1000 баллов. Для золота 2500, для платины 5000, для бриллианта 7500 долларов. Сразу же скажу, что здесь вы получаете максимальные выплаты, сразу же не имея никакой квалификации.
Теперь хочу рассказать, как вы можете выйти простыми шагами на доход 20 тысяч долларов в месяц, если будете придерживаться методики построения команды 1 плюс 1. Смотрите, вы зашли в бизнес и в первый месяц позвали одного человека. В следующий месяц вы зовете также одного человека, и этот человек также зовет одного человека в бизнес. В вашей команде уже 3 человека. На следующий месяц каждый из этих людей также зовет по одному человеку. На четвертый месяц у вас в команде будет 15 человек. И продвигаясь вот такими простыми шагами, каждый по одному человеку в месяц, через 12 месяцев в вашей команде будет 4095 человек. Это вполне реальная сумма, и это каждый может сделать. И теперь смотрите, если мы, допустим, возьмем, что каждый партнер берет всего лишь один пакет на 50 баллов, то есть пакет номер 2, и в левой команде у вас будет 2047 человек, и в правой 2047 человек, то вы будете получать примерно 20 тысяч долларов. Это если вы будете пахать и придерживаться данной методики на 100%. Ну, я знаю, многие ленивые когда-то захотят отдохнуть, передохнуть. И вот я вам также написал примеры, когда вы эту методику выполните на 85%, на 50% и на 25%. То есть даже выполняя это, придерживаясь этой методики через месяц или день работы, день не работы, вы можете через короткое время получать 5000 долларов. Это лишь я рассказываю про бинарный бонус. Также сюда надо еще прибавить спонсорский бонус и бонус поколения. То есть примерно эта сумма будет в полтора, в два раза больше. Теперь есть еще один закон, который называется закон насыщения рынка или закон 1990. То есть, когда только на рынок выходит новая компания, выходит новая продукция, и люди, которые вот самые первые, которые только вот как вы сейчас находитесь здесь на презентации, узнали о этом бизнесе, то они могут выйти на доходы от 10 там, до сотни тысяч долларов. Потом идет второй этап, это 9%, который длится от года до 2 лет. То есть люди, когда приходят в этот временной интервал, они будут здесь получать примерно от 5 до там, 100 тысяч долларов. И остальное все время это уже насыщение рынка идет. Здесь трудиться придется намного больше, а доход ваш будет соизмеримо меньше. В среднем 1000-3000 долларов. В нашей компании есть огромное преимущество. Вы можете здесь начать зарабатывать без покупки стартового пакета. Такого нету ни в одной другой компании. То есть вы можете пройти бесплатную регистрацию, у вас будет своя ссылка. По этой ссылке вы сможете звать людей в магазин компании. И люди, когда будут делать покупку продукции, вы будете получать 50% от их покупки. Позвали несколько человек в бизнес, у вас уже есть деньги. Приобретайте себе стартовый пакет и начинайте зарабатывать большие деньги. Вам уже будут доступны все виды бонусов. Как быстро можно начать строить этот бизнес? Все очень просто. Первое, вы рассказываете о данном бизнесе своим друзьям и приглашаете их также сюда на презентацию. Второе, вы используете свои социальные сети, где у вас также есть куча друзей. У всех сейчас есть Одноклассники, ВКонтакте, YouTube, Instagram, Facebook. Делаете статусы по бизнесу, по продукту, делаете рекомендации. Люди также приходят на презентацию, смотрят, если кому-то нравится, он потом связывается с вами и начинает делать этот бизнес вместе с вами. Как это делать правильно, не допустить ошибок, мы вам расскажем и поможем, когда вы начнете этот бизнес. Прямо сейчас жмите кнопку «Начать бизнес», то есть она у вас находится вот здесь вот слева. Нажимаете кнопку «Начать бизнес», вы попадаете на сайт компании. У вас откроется вот такая вот страница. Сейчас, минутку.
То есть у вас открывается вот такая страница, кто нажал кнопку «Начать бизнес». Нажимаете здесь оранжевую кнопку, вы попадаете на форму регистрации в компании. Это бесплатно абсолютно делается. Здесь выбираете свою страну, потом нажимаете зеленую кнопку. У кого Россия, выбирает Россию, у кого Казахстан, Казахстан и так далее. Смотрите внимательно, объясняю быстро. Первое, username. Здесь вы указываете свой логин. Все поля заполняются на латинице. Указывайте логин любой. Можете написать свою фамилию. Указали логин. Следующее поле – это пароль. Придумывайте пароль. Справа – это подтверждение пароля. First name – это ваше имя. Также заполняйте все на латинице. Last name – это ваша фамилия. Кто не знает, как правильно писать, сейчас я вам скину сайт, который автоматически вы там наберете по-русски свои данные, а у вас высветится там, как правильно нужно написать это на латинице. Вот я вам его скинул. Далее. Company name писать не надо. Телефон. Указывайте свой номер телефона. E-mail. Указывайте свой e-mail. Дальше заполняется адрес. Street – это ваш адрес, например, улица Ленина, дом 5, квартира, например, 3. Street 2 заполнять не надо. City – указывайте свой город. State – указывайте, если вы живете в России, то можете за главными буквами написать RU. Если Казахстан – КЗ, если Украина – УА. ZIP – это ваш почтовый индекс. Потом нажмете зеленую кнопку, еще раз проверите на следующей странице данные, которые вы ввели, поставите галочку, еще раз нажмете зеленую кнопку. Потом, если у вас сейчас остались какие-то вопросы и вам что-то непонятно, у вас есть кнопка «Менеджер». Нажимаете кнопку «Менеджер», здесь есть все контактные данные того человека, который вас пригласил на эту встречу. Вы можете задать интересующий вас вопрос данному человеку, он вам ответит, поможет зарегистрироваться, если вам что-то непонятно, и начнете бизнес. Что хочу сказать вам напоследок. Еще раз повторю, что вот я в самом начале показал вам чеки свои. Я сюда пришел также абсолютно нулем, я ничего не знал. Мне буквально потребовалось 3-4 месяца, чтобы вникнуть в суть бизнеса, разобраться в этом бизнесе, посмотреть, как он правильно делается. И после того, как я начал обучаться на портале, обучение абсолютно бесплатное. Вы можете приходить в среду и в субботу на обучение. Меня научили, показали, я разобрался в этом бизнесе. И постепенно, начиная с небольших сумм, это были в первый месяц 50-100 долларов, постепенно я вышел на чеки в 1000-2000 долларов в месяц. И зная по себе, что мне это удалось, и вы также можете это повторить. Многие могут превзойти мой результат. На самом деле для интернет-бизнеса мой результат — это очень скромный результат, потому что я всего лишь уделяю этому бизнесу 2-3 часа в день. Если вы будете уделять этому бизнесу больше времени, вы заработаете здесь в разы больше. Сейчас вам главное откинуть все свои сомнения, которые есть в вашей голове. Просто пройти регистрацию, связаться с тем человеком, который вас пригласил на эту презентацию. Дальше он вам все объяснит. На этом я заканчиваю вам презентацию эту. И напоследок, да, забыл сказать, хочу сказать очень важную новость. У нас в субботу будет в Иркутске проводиться живая встреча, которая будет в 14.00, в 16.00 по иркутскому времени. Будет проходить в деловом центре «Дельта». Вы можете туда позвать своих родственников, знакомых, друзей, кто у вас живет в Иркутске, в ближайших городах, и мы можем там с ними встретиться вживую и провести эту встречу вживую. На данном этапе я с вами прощаюсь. Рекомендую вам прямо сейчас проходить регистрацию и начинать этот бизнес. Вместе мы здесь добьемся больших успехов. Всем пока!